Школьники из многодетных семей будут ездить в автобусах бесплатно. Такое решение приняли региональные власти. Закон вступит в силу с 1 января 2014 года. Предполагается, что семьям, имеющих право на данную меру социальной поддержки, будут выделяться деньги на приобретение проездных билетов, а перевозчики получат компенсационные выплаты из областного бюджета. Правда, порядок предоставления данной льготы пока только прорабатывается.